Давай ложись, тут опять куча монстров. Мы сегодня будем дворец испытаний зачищать. А то Урзерас там уже все успел разведать, оказывается. Все там уже зачистил. Сегодня мы будем это делать. Да ё-моё. Так, стоп, погоди, у меня меча нету. Я же все просрал. А, все, спим. Быстрее. Блин, я себя каким-то бомжом чувствую, реально уже. Мне кажется, я скоро стану единственным, у кого нет ни одного алмаза. Я бомж. Опа. А, блин, я туда же тоже надо кнопку. Блин, у меня это... Ночь. Плохо. Блин, а он ушел. Нифига себе, ферма заработала. Походу, голема кто-то убил. Сейчас только надо кнопочки еще сделать. Это даже хорошо. Это прям... Блин. Прям очень хорошо. Да блин, уйди. Вот. Блин. Это... Вообще хорошо теперь. Так она работала все. Этот Игнай, тут у нас ферма работает, прикинь. 57 железах. Тут что-то висит некрасиво. Так почему? Все могут брать. Типа, если кому-то надо, можешь сюда прийти и взять. А для чего я дерево брал? Да. А, вот. О, кстати, надо склад сделать. Сколько не жалко. О, спасибо. Я, наверное, пока их тратить не буду, я сундук себе положу. А то я не хочу кирку алмазную какаорусу там просрать в первой пещере. Ну-ка, интересно, хватит на пол мне, наконец. Ну, с Редстоун хуй... С
с Redstone фигнёй, это... Этот... Это из Minecraft... Minecraft Dungeons. А тут это как бы переделанный с немного другими способностями. Но выглядит примерно так же. Можешь посмотреть про этот мод, там очень клёво. Там, кстати, какого-то нового босса хотят, какого-то Маледиктуса, или как он называется. Похоже на какую-то призрачную валькирию. Ну, мне так кажется. Мне Legends зашел. Я знаю, я люблю такой контент, типа Mob Battle. Я куча видосиков наснимал по этой игре. Как я просто друг с другом монстриков сталкиваю. Мне прям Legends этим зашел. Minecraft Dungeons просто крутая игра. Там дополнений много, и они вместе это все стоит очень дорого. Жаль вообще то, что их закрыли обе. Особенно Dungeons. Я никогда не понимал прикола всяких... А, ну 50, ладно. Всё равно. Всё равно это дофига. Типа, в чём прикол, например, каких-то скинов CSGO, которые по 100 тысяч стоят? Что это за дебилизм и кто это вообще покупает? Главное, нафига, я не понимаю. 100 тысяч, это я могу полстима на эти 100 тысяч купить. Нафига? Вот у меня вопрос ко всем. Нафига оно надо? А вот этого надо убить. Давай сюда, ё-моё. Тихо. Сейчас, погоди. Не ори. Не ори. О. Да блин, чё ничего не падает-то? Нифига ты чё отрыл? Нихрена ты! Чё у тебя свинья по крыше бегает? Найти-то можно прямо сейчас, но я не смогу его найти. Я не знаю, где он. Хотя не, я смогу его найти, надо просто ведро воды нам только, чтобы спуститься. Блин, я засмотрелся. Я забыл про эту яму, ай. Где эта ямка? А, вот. Всё, и просто... Вот так. О. Ой, блин, сейчас тут... нет! Я дебил. Я дебил. Я хотел это поставить.
Сейчас, погоди, я тут сделал. Я забыл воду поставить, я забыл, что там... Сейчас, погоди, нам еще одна. Нам ведро воды надо еще. Сейчас. Музычку включу. Уи. А вот и наши вещи. Сейчас мы будем это все разделять. Ой, блин, пуля. Не, это твое, у меня есть. Так, смотри, это нам надо ключ отсюда раздобыть. Опа. Сейчас заспавнится. Нет, только не болотники. Ай, блин, попал, зараза. Куда я? Чё он такой быстрый? Где он? Нет! Че? Блин. Нету! Сейчас, погоди, может я смогу? Сейчас какую там в эту сторону? Нет, не в эту. Ой. На тогда один. Сейчас вот это вот. Смотри, сначала я вот это открываю. О! И теперь ты. Да ты можешь то же самое даже. Ничего не бронированные. Ой-ё. Ты плавай, забываешь. Ай-яй. Блин, там еще спавнеры, кстати, зелька. Да ты заколебал. О, спасибо. Да заши... Обосраться просто. Да, выпали. Лезем туда. Так, я первый. Я в первой комнате, ты куда ушел-то? Комната. Мы же не знаем, где она.
Ой. А как нам потом отсюда вылазить, если что? Погоди, у нас есть ведра воды вообще? А. Надо, короче, чтобы зловещий ключ получить, надо взять... Как он? Надо, короче, пойти зловещую бутылочку найти. Как бы это странно не звучало. Она выпадает либо с капитана разбойников, либо вот в хранилищах обычных. Потом ты ее выпиваешь, на тебя накладывается эффект. И обычные спавнеры становятся зловещими спавнерами. Из них появляются более мощные мобы, типа с зачаренным оружием, броней, вот этой всей хренью. И в конце тебе может выпасть зловещий ключ. Ага. Стоп, а где? А, вот они. Ай ты, блин. Да мы только две комнаты, наверное, прошли. Ау. Блин, сейчас, погоди, я умру сейчас. Попал. У меня слишком много всякого мусора. Чем мне три ведра? О. Да зачем? Не знаю, как остальным, но здесь нету больше ничего. Ну ладно, тогда сейчас пойдем дальше. Надо найти еще хранилище. Мне эта версия понравилась. Мне прям интересно, что же будет дальше. Так. А куда, блин, идти-то отсюда? Наверх, наверное. Ну, я почти на каждой версии играл. Типа, забирайтесь обратно, оттуда пришли. А. А, вот. Все, нашел. Сюда может. О, вот хранилище есть. И это тоже. У Бриза вроде 30 хп. Там еще один. Этого не было, нет. Это... О, еще одна. Нифига. Это монтаж. Это все неправда. Я первый. Что-то ничего полезного. Ну ладно. Ура! Куда ты, дебил? Зачем? Ты дурак! Вы понимаете, в этом данже я умер 2 раза от мобов и 3 раза от Ignited. Пылу войны не такой. Ты меня бесишь. Мне грёбаное все. О, здорово.
Я поплыли. Я не доплыву сейчас, кажется. Дайте воду. Водички спустите. Да спусти воду, блин. Алло. Я где? Я могу плыть. Ура! Куда я плыву? Я плыву. Ура! Я свою бутылку меда пью. Железо мое, скорее всего. Можете оставить, у меня ферма големов есть. У нас все работает теперь она. Я сегодня три раза от него сдох, вот серьезно. Я там клипов успел наделать, чё? Я думал... Я чё зря пил, друг? Пойдём рейд отобьём. У меня знамя. Могу алмазать за то, чтобы ты пропустил. Давай два. Один мало. Я вот не могу понять, мы в плюсе ушли. Я не могу понять, мы в плюсе оттуда ушли или в минусе. Вроде в плюсе. А Урса стрела застрелила. Красота. Погоди, да, я тоже хочу послушать. Сейчас, погоди, у меня музыкальные блоки отключен. Ах ты, козёл! Ах ты... Ну вот хрен тебе. На! Я
Ежи, и выбирайся оттуда, как хочешь. О. Сейчас я свою музыку выключу. Блин, а прикольно, мне нравится. Нифига себе, музон. А сейчас, погоди, до конца заслушать надо. Все, она закончилась. Не, ну музон имба. Да, это только в этом обновлении добавили. Там их две. Вот это вот, которая тебе выпала. Какого она цвета? А, вот еще должна быть... вот такого цвета. Блин, Аурус, ты только зашел, ты уже сдох больше, чем мы вместе взятые за все, за весь сегодняшний стрим. Ты угораешь что-то? На. Давайте сейчас поспим и это, и рейд призовем. Обосраться. Я опять здесь. Сейчас водичка спустит за кабанчиком, за вещами. Спрыгнешь. Помогите. Кто заделал эту хрень? Да блин, меня скелеты бьют. Да блин, я застрял. Да вообще, я уже 4 клипа сделал.
Я обязан просто это на нарезку сделать. Нет. Нет, нет, помогите, помогите. Да пошло все в жопу. Ах. Не, ну часть вещей я же все-таки успел вроде положить. Да, алмазики, например. Какую-то еще хрень. И прочность 3. Тебе клип нужно было записать, когда я к тебе клип. Так я записал. Он есть. Называется. Ща. Где он? Я и моя Тима называется. Меня напрягает алмазник на Орусе. Мне кажется, я так зайду реально, он дом себе из алмазов построит. Ой, прости. Я хочу закончить стрим под прикольную музычку. Печаль. Депрессия. Да ты тварь! Чем у меня ничего нету? Я опять в этой сраной яме. Ай, блин, задыхаюсь.